Да, и так мы едем в Ковров, город оружейников, очевидно, на матч, точнее сказать, сеанс одновременной игры. А кто будет вести, кто сеансеры? Сеансеры два, но я думаю, что кто-то один из них. По всей видимости, Купрейчик Виктор Давыдович. Я вообще знаю, одно время они как бы выступали даже вдвоем. Альтернативный сеанс давали, да? Да, то есть через ход. Такое понятие. Ну, это альтернативный сеанс. То есть, ну, там вдвоем на церемонии, на вообще на всей этой акции будут присутствовать два выдающихся гроссмейстера с времен еще Советского Союза и России. Это Балашов Юрий Сергеевич. Купрейчик Виктор Давыдович. Юрий Сергеевич, тренер Карпова. Ну, в том, команде, в те команде, времена. Да. Ну, тренером напрямую, наверное, его назвать нельзя все-таки. Это ну, был Фурман, по-моему, у Карпова постоянный. А так, когда сформировалась команда, там, в Багио, на других, то Юрий Сергеевич принимал, насколько я знаю, активное участие и в команде тренерской. Советы в команде. Купрейчик из Белоруссии. Да. Понятно. Юрий Сергеевич уже приезжал один раз в Ковров, выступал перед местными любителями, проводил сеанс, был там два дня, участвовал в мероприятии в шахтах в Коврове. Ну, уже это было несколько лет назад.